Сегодня будем печь белый хлеб в хлебопечи. И для этого нам надо муки 420 грамм, воды 260 грамм, столовая ложка масла подсолнечного, 1,5 столовой ложки сахара, чайная ложка соли и чайная ложка сухих дрожжей. Форму нашу нужно смазать маслом. Тут капнула маленько маслица. И смажем маслом. У нас хлебопечь. Нужно засыпать все с жидкого. Значит, воду. Масло. Соль. Сахар. Муку. И сверху дрожжи. Теперь ставим в хлебопечь. Я выбрала программу первую, классический хлеб. Корочку можно выбрать как светлая, средняя, темная. Я выбираю на среднюю и включаю старт. Все, печь заработала. Хлеб испекся. Остыл. Вот такой получился весь средней зажарки. Сейчас разрежем, посмотрим, как он у нас пропекся внутри. Вот такой мягонький. Нажимаешь, отпускаешь, и он сразу весь расправляется. Это значит, хорошо пропекся. Наш хлеб белый, приготовленный в хлебопечи, готов.